Отопительный сезон начинается во Владивостоке. Первыми на очереди социальные объекты – учреждения здравоохранения, детские сады, школы. Началась и подача тепла в жилые дома. Управляющие компании в многоквартирных домах начинают заполнение внутридомовых систем сетевой водой. Запуск системы занимает порядка 7 дней. Начало отопительного сезона на ТЭЦ – это увеличение объема теплоносителя в сетях и включение дополнительных котлов. Сейчас находимся на ТЭЦ «Северная». Здесь оборудование подготовлено для обеспечения этих мероприятий, персоналом обеспечено. По мере увеличения объема циркуляционной воды, то есть включаются насосы, которые позволяют эту циркуляцию обеспечивать в должном режиме. При понижении температур будет подключаться дополнительные котлы для повышения температуры сетевой воды. Отметим, сейчас в городе инженерные службы управляющих компаний открывают задвижки в подвалах для заполнения теплом внутридомовых коммуникаций. Приблизительно к 1 ноября вся система теплоснабжения будет запущена. Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.